Здорово, добро пожаловать, Roleplay, Радмир, третий сервер. Добро пожаловать. Слушай, сколько такая машина стоит, Клевер? Клевер? Клевер написано. 20 мультов. А сколько от 0 до 100? Проверим. 4 минуты. Да, узнаем. Ух. Ну, много, наверное, много должно быть. Ну, смотри, Тесла сделает ее или нет? У меня есть Тесла где-то там в загашнике. Но она там на третьем стейдже, имею в виду. Да, кстати, да, у нас прокачаны эти тачечки. Там такая, там текстуры не успевают. Там все нормально, там все хорошо. Нормально. Бля, я думал, это Алекс подошел. Так как у Благодия точно такой же скин, бля. Так, ладно. Ай-яй-яй. А не, у него глаза целые. Нет, это не Алекс, не надо. Что, серьезно? Глаза целые. У него глаза целые, это не Алекс. У него глаза целые. Нихуя себе, бля. Комплимент. Присаживайся, Анкл Сэмич, я прокачу тебя. Анкл Сэмич, садится. Куда садится? Она на двоих, алё. Да. Я по очереди. Как на двоих? На четверых, я по очереди, Алекс, сейчас вас покажу. Да ладно, подожди. Четверушка, четверушка. А, на четверушка, а, нормально. Не, нет, давай. Клевер, присаживайся тоже. Чё, почему все меня выкинули? О, все, нормально, сели, всё, да? Сели, все, поехали. Это тест-драйв? А хозяин машины чего, не? Давай, тест-драйв, да? Давай. Хозяин машины сзади будет плестись. Забирай кулянта с санином. Если загонишь, да? Влад, вступи, пожалуйста, вместо хозяину. Клеверу. Это же его тачка. Угу. Или мне надо иджекнуть его? А как ты же как-то кикал, да, выгонял его. Закрывай тарас, посмотри. Еще раз. Еще раз. Из машины выйди, пожалуйста, Влад. Уступи, ну, спасибо, да, хозяину. Садись, Клевер. Да куда? Ничего себе. Ничего себе, Клевер, бомжа, это не значит, что можно меня так выкинуть. Садись, Клевер. Ладно. Ёпта. 20 миллионов, господа. Ну, вот поехали. В салоне все белое. Разгоняйся, Олег, разгоняйся. Белый ветер. Мы белый уже не дети. Ветер в лицо, давай. Что-то. 205 пока. Ветер в лицо и уши. О, она летит хорошо. Ну, 240. Нет, это, ну, неплохо, да. Ну, у нас лучше шлама. Бензоколонка. Тихо, спокойно. Знаешь, что мы сделаем? Мы поедем на штрафстоянку, возьмем Теслу. И проверим. И сделаем лучше, с тобой давай. Заездик классный. Давай, а давай, можно давай. Феррари взять еще? Можно Феррари взять. Вариант можно Феррари. Так. Можно, можно, а что нет-то? Так как Женя, я не помню, как туда ехать. Да? Женя, садись. Да, пусть Женя садится. Женя, так, садись. Давай. Садись. Сейчас довезут нас ветерком. Сейчас давай. Все будет, подожди. А, вот. Закрыто. Так он закрыл ее, правильно? Он открыл. Он закрывает, да. Не, тачка заебачка, конечно. Ну смотри, Жень, то, что я разогнался, она ехала примерно 210. Ну вот смотри, сколько ты сейчас, смотри, сколько ты возьмешь. Я еду 200 ровно. Бля, я не буду от первого лица смотреть, потому что ты бомжара. Там это капец беда, не надо смотреть на меня вообще. Слушай, тебя Мерседес Стива Джобса объехал, смотри. Ага, трижды. Ай-яй-яй. Ой, свет пропал. Не едь так быстро, ты едешь так быстро, что у меня свет пропал. О, действительно. Чудеса. Беда. Не знаю, куда он вкачал стейджи. Ну давай, поехали. Поехали? Давай. Куда едем, в какую сторону? Смотри, как в лесное мы едем, там ровная, хорошая дорога. Желательно где поровнее бы, да-да-да. Ну вот лесное туда. Тут извилисто. Ну тут вообще-то... Сейчас ровный участок возьмем тогда и шахнем. Давай, давай. Я не буду сразу показывать потенциал. Куда подожди. Ты поехал? Погоди, вот погоди, здесь, погоди, стой, 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 Вася. Вася, или как его зовут? А, Клевер. Вася. Стой, Вася. Стой, Вася, рано. Стой, Вася. Давай назад. Вася, вернись. Ну, по дизайну, конечно, тачка прикольная, не спорю. Ну, давай на третий сигнал, если у вас... Давай, давай. Давай на третий сигнал. Сигнал. Готовы? Готовы. Че, мотоциклист какой-то приехал? Дукати. Вы с нами, да? Сейчас вас Дукати вздрючит обоих. Раз, два, три. Давай, поехал, поехал, поехал. Давай, 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 давай. Да, да, да. А, сделал. Сделал, нормально все. Да, Тесла вздрючил. Подожди, делай, делай. Подожди, он догоняет, догоняет. Он догоняет? Он догоняет, смотри. Он догоняет, я выехал. Он догнал. В смысле? Все, Тесла даже не едет. Нифига себе. Тесла 280. Подожди, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ни хрена себе. Ну вообще я не понял, кто выиграл. Слушай, ну, хорошо. На разгоне получается мы дрючим, а в финале у него скорость больше. Мы 280 максимум. Сколько выжил? Шикарно, шикарно. Сколько после стейджа выжил?
Сколько у него было? Может, он мне зафиксировал кажется, по спидометру? 300, сколько? 300, мне кажется, 300, потому что мы ехали 280. Второй стоит. У тебя сколько? 300 было? А, 289, вот, а у нас было 277 там, ну то есть... Давай вот, другой машиной, давай обратно. Да, он, видишь, на старте с педали, да, получается, да, ты его да. делаешь. С педали, этого. Да. А потом он нас делает. А он потом догоняет. Смотри, смотри, догоняет, догоняет, видно же, смотри. А, ну все. Ой, вылетело. Ты съехал, Женя! А у меня вылетело, у меня вылетело. Я ничего сделать не могу. Куда нас, блядь, машина едет? Давай посмотрим, что будет дальше. А дальше была хрень, потому что машина утонула. Что, блядь? А куда мы? Правда. Закрыть. Ошибись. Все, машина утонула. У меня машина утонула, я вместе... Охренеть. Вот это да. Садись, сиди в его Тайкане, а мы сейчас сядем. Сиди. Сади за руль, Жидек. Ублюдский марафон. Так. А я сюда не влезу. Так в его Тайкан сядь, что ты? Сядь в Тайкан. Ну хорошо. Тайкан клевера, что ли? Клевера, да. Клевер, открой мне дверь, пожалуйста, Тайкан клевера. Взяли Алекса, шпыльнули. Здесь, а некуда, здесь, нормально, к сожалению, вообще, только два места. Че ты трешься рядом? Сядь в Тайкан, сказали. Кивать. Хули ты здесь стоишь, сел в Тайкан, блядь, че? Тайкан, Тайкан, ты хуян, блядь, нахуй сядь уже, блядь, куда-нибудь, хуйню буду, блядь. А ты мелькает перед глазами. Мелькает, стоит, блядь. Жень, но этот должен вздрюкнуть, так вы стартаните, как люди белые. Да сейчас стартанем, как люди. Вы нажали на запись или нет? Да. Да. Мы не отключали даже. Давай, на три гудка покладь. Погнали нахуй! Сосать! Кто кому сказал? Правильно, Женя, ты правильно сказал, да. Бля, а чё такое? Почему? Ребят, вы пролете в соло вообще просто. Что за обида ебаная, а почему? Ой, я забыл. Эй, гоняют, алё! Нормально, спокуха. Ой-ой-ой. Мы выиграли. Женя, сколько ты ехал? Я чё-то не понял. Да ты 256, что-то такое, вообще засанство какое-то. Офигенно! Что-то у нас слабенько прям совсем. Turbo S какое-то говно, походу, у нас. Хотя а третий мы с тобой вкачали... А, мы вкачали что? Ты не помнишь, что мы вкачали? Ой, я не помню. Что там вкачали? А что у нас еще есть? Давай еще. У нас есть Феррари, но она сломана, вкачали. Надо ее чинить полностью. А, Феррари надо чинить. Как... Давай, Женя, взлети на рельсах красиво. Давай, налево, подрезай, Тайкан. Куда? Куда? Они там уже нету бугров. Куда подрезай? Бугров ты сейчас разобьешь, ты что? Что вы сделали? Нажмите, поднимите. Хули ты на колени встал, братва? Поднимите меня, пожалуйста. Нажмите, поднимите меня с колен. Ты уже цветы для него приготовил, да? А я лопату, блядь. Сейчас хранить тебя будем, давай, копай уже. Ой, храни тебя Господь, братан. Спасибо большое, аминь. Давай. Ой. Бля, ну надо Феррари починить, братан. Надо. Феррари должна показать, кто здесь отец. О, Хулиана, хули он тут делал? Это не мой, это мой. Это твой же брендет. Хулиана приехал. Хулиан, бля. Хулиана Глесси. Из испанского сериала, да, Хулиана. Хулиана, хули он тут делает? Надо как-то починиться. А, толку ноль, он говорит? Приходи ко мне чиниться. И Тесла. Ты думаешь, что это Феррари не сделает твой, да? Не сделает, не сделает. Она что вы творите, блядь? Вы что, не люди, что ли? Ты что? Возможно. Надо проверить. Не, ну Феррари должна затащить, кстати. Надо починить ее только. Надо ее только починить, и мы проверим это прям в видосе. Прям. Поехали чинить. У кого деньги есть на ремонт Феррари, поднимите руку. У меня есть, но... Я просто стрельну. У тебя особенно скин подходит Феррари, знаешь, вот прям вот ты и Феррари, вот прям вот одно. Одно целое. Олег, открой эту Феррари. Тебе очень идет эта машина. Да? А как ты хочешь ее завести? Я хочу ее нормально. Блин. Давай меха вызову. Да куда ты сел? Ну куда ты побежал, ты кретина, боссон? Ну что ты делаешь-то? Да чего ты ругаешь? Ты кому это сейчас говоришь? Это Олег вообще побежал сейчас. Я что, даже не очень понял, кому что обращал. Что-то прихуял, не понял. Смотрю на все, я хуеваю. Кретина, боссон. Двигатель снова.
сломов. Все ждем. Чего ждем? Мы ничего уже не ждем. Алекс, мы ждем двигатель сломан. Сейчас в Италию звоночек. Мы уже нихуя не ждем, по-моему. Давай ее дотолкаем, блядь. Давай реально ее нахуй. Что у него в руках? Что он несет? Я не знаю, что ты несешь. Я несу правду. Он несет позитив в Москву. Стакан. А что есть в Италии? Пицца. В Италии есть пицца, папирони, макарони. Зато фраскини, пармиджано. Понял? Как я итальянский знаю в совершенстве. Пармиджано. О, пармиджано. Белла чао, белла чао. Белла чао, чао, чао. А какие песни знаю, да? Слушай, а Алекс с нами сегодня или без нас? Сразу видно, пошла, блядь, пятая часть. Как это, шестая? Я даже выговорить это не могу. Корабли лавировали, да не вылавировали, да? Короче, 6 часов игры. 6 часов игры, да. Пошел 7 час, в общем. Игры. На краюшке земли. Я еду. Я, кстати, еду. Ну, то есть меня везут. С возвращением в КРМП. То, что ты едешь, это мы не сомневались. Только мы здесь... Только мы здесь при чем, Олег? Олег, мы здесь при чем? Ты едешь, а мы-то при чем здесь, Олег? Скажи, пожалуйста. Тут вообще никого нет. Вообще никого. А, это тоже Порша наша. Меня куда-то везут, я не знаю куда, правда. Она сломана. Я приеду за вами, наверное. Я попробую. Пока что я еду по прямой, то есть меня везут, походу, в Южник. Мосты, а может, не Южник. Нет, тебя везут в этот, где Кремль. А, да-да-да, с Кремлем рядом. Сервис, а я найду вас, там же все просто. Да-да, ты обратно просто едешь прямо и все, по прямой, чисто по прямой. Все, меня привезли. Ага, автосалон, да, Душнило, вот, нормально. Душнило так и называется? Душ-ТО. Душ-ТО. СТО, Душ-ТО. Так, нормально. Я приехал, я готов. Ага. Ну как кто, давай ты меня починишь, я тебе денег дам сверху. Как кто? Он меня спрашивает, кто тебя чинить будет? Ну, выбор небольшой у нас, братан, как видишь. Так что ты сегодня мой, бро, давай. Это Феррари, ласточка итальянских инженеров, братан. На малые русские собирали, да? В подвале. Ласточка. Это моя ласточка, ты что, это такое? Ты сам повороте мечтал такое? Лучан. С номерами, сука, 1, 2, 3, 4. Эта сучка даст просраться под жопу любому. Так, он что-то делает. Алекс Сергеев... Двигатель вынимает, наверное. Я боюсь, чтобы он это осторожно делал, понимаешь? Это без препятствий. Вынимает двигатель. Позволяет. Бро, а подождите, у Феррари разве не сзади движки? Ставит от Жигулей, да? Я путаю, наверное. Да, сзади же движок у Феррари. Впереди же багажник. Ты мне багажник не чини. Ты меня, дурака, за меня не держи. Пусть чинит. Да куча уже. ГАМАЗ. Что-то убежал куда-то. За инструментом. Наверное. Снежная битва. А мы пропустили с вами снежную битву. Мы снежную битву пропустили, да. Пропустили, да. Как вообще жить можно дальше? Как, сука, обидно. Я, может сказать, специально сюда заходил, чтобы поиграть в снежную. Что за хуйня вообще? Только из-за этого пришел. Только из-за этого и ждал, блядь, 8 часов, блядь, чтобы снежную битву поиграть, блядь. Что такое говно, блядь? Представляю, Алекс такой едет там в метро там или в машине. Блядь, сейчас домой приеду, даже раздеваться не буду. Снежную сразу битву. В КРМП. Сразу в КРМП в снежную сразу битву. Снежную битву, блядь. Даже руки мыть не буду, блядь. Даже раздеваться сразу залечу. Да, тут, блядь, нахуй надпись, блядь, снежная битва. Вот так и живем. Да, и кулак летит такой, блядь, сука, блядь, в монитор. Куда кулак летит? В монитор. Блин, а зачем? Жалко? Жалко, да. Кулак жалко. А на эта игра, блядь, того явно не стоит. Кулак жалко и монитор. Самое главное, монитор жалко. О, как новенькая, спасибо. О, поезд. Удачи на дорогах, он мне написал. Ты видел эти дороги, блядь? Удачи на дорогах. Я еду к вам. Давай. Надеюсь, не разъебусь. Постарайся. Слушайте, а тут темно и страшно как-то вообще. Да нормально. Если меня кто-то остановит по пути. А я тебя расстрою, если скажешь, что этот концами. Я услышал только, я расстрою и все. Чел уехал. Уехал. Ну он поехал за Ремкой.
Ну, он как уехал, так и нет его. Он как поехал за этой ремкой, так и не вернулся. Слушайте, Феррари что-то 200 с чем-то только и все. В смысле, не может такого быть? Да ладно тебе. Она же летела как... Я боюсь просто улететь, чтобы не разбиться. Ну, правильно, правильно, а лучше не рисковать, да. О, свалка. Значит, вы где-то рядом. Прямо, 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 прямо увидишь маленькие эти гаражки. Там чья-то ламбо пролетела. Это нормально. О, лесное, бля, лесное такое классное было. Это теплые воспоминания, да, лесное? Теплые воспоминания — это в штанах. Это что за у тебя там такие воспоминания? Теплые в штанах. Боюсь представить. Не бойся. Попробуй, да? Не бойся, попробуй, блядь, класс. Не бойся, блядь. Просто представляй. Как не теплый, блядь, уже, а холодный. Что ж, Луны, смотри, я приехал. Это прекрасно, только что дальше-то будет? Замечательно, что ты приехал, да, но... Мы, конечно, очень рады, что ты приехал. Ну, чувака твой... Нету пока парня. Как уехал, так и все. Ну... А что у нас здесь? Он приехал! А вот приехал! Слушай, все четко. Отлично. О, идеально. Супер, мы починились. Давай. Супер, да, мы починились. Отлично. Садись, Женек, за руль. Давай, готово. Садись. Мне опять скажешь, хуй ты трешься тут, блядь. Да иди садись. Не, присаживайся в этот. Нет, я уж сел, все равно. Тайкан, майкан. Куда ты уехал? Жень, вернись. Жень, вернись, подожди. Зачем? А, он на дороге. Клевер еще не успел. Я клевер садился. Я здесь. Так, гоняемся, да? Где вы? Да, он не может найти нас, понимаешь, по-моему. Мы вас, наверное, пока не можем найти. Он же знает точку. Нет, не знаем. Надел ремень безопасности. А вот я не буду нанимать. О, Феррари внутри ничего, так нормально. Она хороша, хороша, да. Говорят, эти спортивные сидушки вообще неудобные. Но они жесткие слишком. Все, давай, на счет три сигнала попробуем. Давай, классика на три сигнала. Сигнал. Погнали! Блять, Феррари, сука, не подводи в итальянской! Сейчас смотри, О, блядь! Давай! Давай! Блять, быстрее! Слушай, вообще в одну калитку сделали! Давай, ну! Едь, пожалуйста! Ни хрена, мне даже игра лагает! Нахуй! Не то слово запикал! Твою мать! Слушай, если ее прокачать... Она не прокачанная у нас. Делает, конкретно делает. То есть она вздрючил. Не прокачанная. Чувак она на тайкане вздрючил все. Можно удалять КРБ. Обида ебаная, бля. Охренеть. Все. Давайте еще раз. Она не прокачанная. Я и говорил. А что у нас прокачано? Давай попробуем. А 911 тоже нет, да? Давай, о, сделай с двух педалей, давай. Давай. Вы попами темнули, смотри. Давай. Ну! Ну давай, Женя, до конца гашетку, до конца, Женек! Гашетку уже, надо чуть-чуть, видишь, чуть-чуть. Едь, не останавливайся, Жень. Мы так уедем просто в другую серию. Я не останавливаюсь. А ну, ты налево сможешь красиво, чтобы... А, ты уже не сможешь. Вообще мы вас уже не видим, а не, видим по... Тихо. Ой-ой-ой. Это было красиво. Че у Богдана? Это было красиво. Что-что? У Богдана что-то там случилось. Богдан сломался, походу. Камри 3.5. У Богдана какие проблемы? Я не вернусь домой. Надо купить себе тоже тайкан будет. Хорошая машинка, да? Кстати, да, хорошая. Прокачать ее, как следует, до третьего стейджа. О, я хотел посмотреть, сколько стоит Феррари. Так, Феррари. Давай. За сколько мы ее брали с тобой? Документы на транспорт. Дорого, дорого, очень дорого. 11 миллионов всего. А, да? Да, 11 миллионов. Нифига себе. Что-то такое себе. Давай втроем, что-то погонимся. Или как? Ну, давай втроем, хочешь? Ну, вас вздуют. Нас сдует этот тот же самый, как говорится. Ну. Клевер вас сделает, да. Клевер нас всех сделает. Ладно, пошли кулян заберем тогда и поедем отсюда. Кулян. А кулян вообще сколько разгоняется, кто-то знает? А мы его не прокачиваем, он тоже не прокачан у нас абсолютно. Ну давай хотя бы проверим. Галиком. Слушай, тачку закрыть надо по-хорошему. Закрывай, да, ты можешь. Во. Ага. Так, подожди. В ней сядет топливо, бля, бензин закончится. Будет жопа. Двигатель взорвется, блин. В ненужном месте, в ненужное время. Да-да-да, это вся херня такая. Давай, что вы делаете? Классика жанра. Так, что у нас осталось? Ну, Тесла вряд ли. Что открывай? Стоит и ждет. Ждет послушный.
Что делать? Стоит, пока его разобьют, да, к чертовой матери. Алекс, можешь уже к нам садиться? Звук такой, знаешь, как будто я «Жигули» завел, блядь. А не машину за 35 мультов. Компанию. Давай, давай, давай. А двигатель сколько литров, я не знаю. Тут литров 8, наверное. Вот, вот поэтому как трактор идет. Мы его никогда не обгоним. Никогда. Ну, если мы прокачаем Феррари, ну, если прокачаем, то понятно. Конечно, да. Давай проверю, сколько она едет вообще. Давай. Я вот типа разгон такой беру весь такой. Вот смотри, 150, 170, 190. Ну, 250 будет, наверное. Думаешь? Нет, все, не будет. Не, не будет. 208. О, 208. Это беда, это все. Да. Опа! И кому-то в дачу кому-нибудь сейчас, не? Кому-то в дачу. Ты пропал. Я хотел красиво залететь там, как на трамплине. Да, можно же красиво, да, на уголок. Да, не шибко она, конечно, разгоняется. Ну да, она медленная такая, прям не поворотка. Ну это же лакшери, типа возить кого-то, а не гоняться. Ну, я Тайкан сейчас увидел там. Да, он пролетел. 207, все, она больше 207 едет. Все, уже больше не едет. Ну да, понятно. Все ясно с этой тачкой. А у нас же гелик был, помнишь еще? А, это у тебя, да, желтый гелик. Он туда, я обратно. Желтый гелик. Желтый гелик. На ходу хоть нет? Или опять ремонтировать придется? О, залетели в пятерочку, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я в больнице хочу появиться. Прям в пятерочку. Ну ты хочешь, а мы-то уже не появимся. Мы можем с тобой появиться в больнице. Смотри, мы даже тебя вылечить. Подгорите, подгорите немножко. Подгорите немножко. Твоя машина подгорает. Немножко. Мы даже открыть не можем машину, ты же закрыл ее. Мы уже тут были, помнишь? Час назад. Были. Мы уже сюда заходили. Тут нихуя не происходило. Вообще нихуя. Режим работы специалистов. О, людей поубавилось, так, участковый врач, участковый врач. Участковый врач, мальчик молодой. Я думаю, это не надо в ролик. А что надо, вы тогда скажите, блядь, что надо? Там тайм-коды, блядь. Давно не было. Какие органы поражаются при алкоголизме? Ну, МВД... полиция. Какие органы поражаются при игре в РМП, блядь? Мозг, сука, поражается прежде всего, блядь. Койка номер 16 свободна. Алекс, ты можешь лечь так? На, хуй не член. Давай. Пойдем с кем пообщаемся, а, напоследок, правда. Ну, блядь, давай уже. До третьего стейджа мы качать не будем. Не, братан, мы уже выходим сейчас. Давай, давай. Итог такой, смотрите на меня внимательно. Какой был? Вы гонялись на машине, мы разбились и... Больница. Какой вывод из этого можно сделать? Не гоняйтесь на машине. Меньше скорость. Очень быстро. Быстро. Точно, согласен. А то в итоге будет такой же вид, как вот... По ухмылке Олега он сомневается в этой информации. По-моему, по ухмылке Олега он мне просто не верит. Я не понимаю, Алекс, ты мне подмигиваешь или нет? Я не знаю, мне чем подмигивать-то, у меня один глаз. Чем я тебе буду подмигивать? Мне подмигиваешь. Я не до такой степени пьяный, я не до старился головой, понимаешь? Че я такой злой? Что? Ну ты такой злой? А че ты про такой злой? Я а? Ужасно злой. Ты похож на осветленного Моргана Фримена. Белизной простернули, да? Не буду говорить, на кого ты похож. На кого? А я не знаю. Поэтому и не буду говорить. И на этом, пожалуй, мы закончим. Пока не начались проблемы, выяснили отношений. Я напоминаю, что есть промокод AlexBrain. Ссылочки на сервер в описании. Это третий сервер Redmir КРМП Roleplay. С Новым годом, Рождеством вас. Всего хорошего. Пока-пока. До свидания.